Ладно, давай начнем, пока я не успел испугаться. Все заброшено. Жуткое место. Нужно разобраться, что там внизу, и снова включить питание. Ну вот и все. Пора звонить Сайксу. Спасибо, дружище. Без тебя бы ничего не вышло. А ты уверен, что сработает? Нет. Но оставаться здесь — это чистое самоубийство. Попробую, другого выхода нет. Так, все готово. Когда вернешься с Лили, вот таймер, видишь? Поверни его на четверть и нажми вот эту кнопку. 60 секунд, чтобы забраться в капсулу. Вам надо уместиться в ней вдвоем. Даже не знаю, Сайкс. У меня нехорошее предчувствие. Послушай, я знаю, что делаю, ясно? Может, подождешь еще немного? Поможешь мне найти Лили, а потом мы вместе выберемся отсюда. Я понимаю тебя, дружище. Правда. Но все, что я могу сделать, это чтобы капсула работала. Ладно, как скажешь. Пожелай мне удачи. Спасибо, друг. Я тут кое-что оставил для тебя. Там, куда я отправляюсь, мне не понадобится. Увидимся на той стороне. Исчез. Хотел бы я знать, получилось ли у него.